ребенок Первосвятитель Отец. Величаем в этот светлый праздничный день Пасхальские труды великого угодника Божия, преподобного Анухия Великого, вашего небесного покровителя, всякого рода Украинской Православной Церкви, иерархии, пастыри, ведомости, ключи, верующий народ Божий, из глубины души единым устами и одним сердцем возносим усердной молитвой искреннее словословие и единому подарю всем благословенному нашему Иисусу Христу по вас предстоятие Украинской Православной Церкви. Наша молитва о вашем здравии и благосвящении и это дар благодарения Богу за то, что вы украшаете древнюю красивицу каждым песням митрополитом, назидая духовных чад примером веры благочестия, преданности Господу и церкви, любви к ближнему Отечеству. Сегодня мы молитвенно восклицаем вместе с апостолом Павлом, таков нам подобавший архиерей. Вы, ваше блаженство, являетесь собой достойный образ Первосвятителя, совершающий свой спасительный путь и благодать управляющую веренной Богом вашему попечению пасхи. Радуйте духовно торжествует действие церкви в виде вашей смиренной и безропотной послушания воли Божьей. Принимаю вас как достойного и достойнейшего иерарха в нашей церкви, непрерывно несущее время и крест в общее, являющий верным по апостолу образом слова, житием, любовью, духом, верой и чистотой. Действительно, только такой архипастырь и первосвятитель, сочетающий величие и красоту, молитвенность и доступность, строгость и любовь, может в этом сложной и ответственной вине исторического дня нашего народа встать на корабле церковного, чтобы провести церковь среди волн и скал бушующего Лебедское море в тихой гавани Христовой благодати. Промысл Божий избрал вас и возложил на ваши рамена крест первосвятительского служения в нынешнее время и испытаний, скорби, слез войны и молитвы. Именно молитва, как основа и глубинный фундамент всего церковного служения, всегда отвечала вас, ваше блаженство. Вы сумели создать сердце молитвенной стихии, которые не снесли ураганы мира всего. Молитва вдохновляет вас и подает вам силы, укрепляет и тьмой, вы обращаетесь к противоположнику, к начальнику, и мы знаем и верим, именно он, стяжавший церкви с любовью своей, через вас руководит народным избранным, царским священством и любви всяким его дел. В своем первосвятительском служении вы поступаете не по преданиям и не сознанием человеческих, и в восхитении мира сего, но руководствуйтесь исключительно священным преданием и внутренним воинством священной традиции. Святая церковь под вашим руководством в это сложное время сумела противопоставить новые милосердия, ненависть и любовь, человека ненавистный слов, жертвенное служение. Собор Украинской Православной Церкви, прошедший мая этого года в городе Киеве, вновь засвидетельствовал вашу верность святым канонам и подтвердил недействительность и самостоятельность в управлении. Все спасительные благодатные принципы устройства внутренней жизни и направления вечной миссии Украинской Православной Церкви. Православный народ Украинской Православной Церкви разберется с вашим блаженством. Все это стало возможно благодаря первосвятительской мудрости и огромной концентрирующей силы вашего блаженства. Благодаря вашим стараниям, талантам, мудрого и дальновидного святителя, активно развивающего нашу церковь, строятся новые и восстанавливаются нарушенные храмы, усердно совершается миссионерская духовно-просветительная миссия. Мы видим, как сегодня вам тяжело, но несмотря ни на что, вы идете смело вперед
потому что вас укрепляет молитвенный покров Всемилостивого Владычицы нашей Богородицы, представительство вашего небесного покровителя и солнца святых угодников Божьих, просиявших на многогранной украинской земле. С вами рядом мы, архиерей, священнослужители и всеверные чада нашей Украинской православной церкви. Исключительно на мудрой и полезной работе стала ваша патриотическая позиция вместо вашей роли, обручивайся на Украину. Заботьтесь о благополучии украинского народа, бескомпромиссной вере в полный Божий и врачующую божественную благодать, уверенно ведет свою пасху через всеобщий страх войны, вдохновляя своим примером на самоотверженный Божий борьбе за сохранение целостности и независимости украинской державы. По благословению вашего блаженства, Украинская Православная Церковь с первых дней войны включилась в социально-гуманитарную миссию. Храмы и монастыри дали приют тысячам беженцам, день и ночь совершаются молитвы о прекращении войны, о мире в Украине, о победе добра над злом. Мы все вместе скорбим, провожаем последний путь защитнику Украины и невинно убиенных украинцев. Однако, кроме нашей молитвенной обязанности, верующие Украинской Православной Церкви с полной отдачей выполняют свой гражданский долг, который заключается в помощи всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, а для пивы мне с каждым днем, к сожалению, становится больше. Страшная война на территории нашей страны лишила многих домов, работы и имущества сотни тысяч украинцев. Миллионы стали переселенцами и беженцами, тысячи потеряли родных и близких. И в этой катастрофической для нас страны ситуации слаженные отточенные механизмы гуманитарной помощи, миссии, которые уже много лет выполняют Украинская Православная Церковь, мог стать существенным звеном в обеспечении социальной стабильности в Украине. Каждый храм Украинской Православной Церкви в регионе, каждый священнослужитель, все прихожане, благотворители, лейтенанты, волонтеры, совершенно вокруг нашей церкви, в том числе и из других стран стали оплотом этой миссии и свидетельством того, что Богов всегда побеждает. Ежедневно по благословению вашего блаженства Украинская Православная Церковь выполняется новыми проектами. Кормление нуждающихся, помощь защитникам Отечества, переселенцам, поддержка военнослужащих, приобретение медикаментов и аппаратура для медицинских учреждений, обеспечение продуктами питания и многое другое. Каждый новый день дает нам больше возможности помогать людям, проявлять рассердие и любовь. Именно так весит ваш пасхальный народ Украины. От защиты нашим храбрым воинам мы пробежаем мир, усердно будем сражать друг друга и будущим поколением нашей Украины. Глубоко верим, что Господь крепость выставит вас, Господь благословит народ украинским миром. На сегодняшний день все тут решают нас, душа верно надежда в том, что с помощью Божьей нам удастся сообща победить нравственный и социальный кризис, преодолеть посеянные войной любое разделение между народом нашей Родины, разрушить какого непонимания отчуждения, восстановить мир и благословение нашего покровительного отечества, вашего блаженства. Ваш жизненный путь является примером честной и праведной служения людям Господу Богу. Ваши слова всегда наполнены глубоким смыслом и проникают в самые сокровенные уголки человеческой души. Они пробуждают нас в осердие, сострадание, стремление заботиться о ближнем и творить добрые дела на земле. Ваша ежедневная молитва за украинский народ и нашу страну
безграничным преданностью и чреждением христианским ценностям, является примером честного служения избранного вами в жизненном пути. Мы благодарим вас за вашу веру и молитвы, которые поддерживали нас как во время торжественных событий, так и другие временные испытания. Благословите ваше Блаженство, Отеца Священного Синода Украинской Православной Церкви, архипастии и епархии, синодальных отделов и учреждений, святых обителей и духовных школ, многомиллионные верные вам пасты, поздравить вас днем вашего Дезельминиста. Искренне желаю вам верному сыну, гражданину и патрону, светлый свет прекрасно украшенной украинской земли. Небесной помощи на каждый день, каждое мгновение вашей жизни, вдохновение, совершение любого, ответственного и жертвенного служения. Сам великий архиерей, постоянный начальник, Господь наш Иисус Христос, призвавший вас на высокое служение, предстоятелю Украинской Православной Церкви, пусть и пристану укрепляет и радует вашу стихию. Не смыслая свою святильную помощь, для осуществления вашего превосходительства и единственного Бога, чтобы вы всегда могли возвысить свои молитвы, но благодарим его прежде и державе нашей, и покрепим ее на родине. Молитвы вашего небесного покровителя и подобного Ануфрия и Великого, да хранит всемилостивый Господь, поздравим благодетелю вас на Боге и благодаря Христа и Деспота. Примите ваше уважение, ваше лучшее сердце, которое лежат по вашим здоровьям. Сердечно благодарю вас, ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит Архангел, за добрые слова и ласковое приветствие. Благодарю всех архиереев, которые прибыли сегодня в этот день, священников и вас, матушки, игумени, и сестры, святые родители, и вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы сегодня пришли, для того, чтобы почтить память преподобного Мужа Великого, моего небесного покровителя, и помолиться за меня грешного и недостойного, чтобы Господь укреплял мои стопы на тех путях, которые я должен пройти как священник. Самое большее, о чем сегодня, что хочу, и постой, как умею молиться за то, чтобы Господь прекратил эту войну, которая сегодня ведется в нашей стране, куда люди гибнут, разрушается жилище, разрушается здание, разрушается человеческая жизнь. Гибнут не только военнослужащие, гибнут бедные люди, которые, в общем-то, ни в чем не повинны. Это самая большая скорбь сегодня, которая угнетает, я думаю, что не только меня, но и всех вас. Но мы молимся, что Господь разумил тех, кто воюет, кто нападает, чтобы Господь разумил, что война не является тем, что Бог благословляет. Бог благословляет нас жить в мире друг с другом. Не воевать друг против друга. Не убивать друг друга, а жить в мире. Господь не создал оружие, а оружие создал человеческий грех. Господь человека одарил всеми планами, которые нас окружают, которыми даже не знаем, что они есть. Они тоже рядом с нами, и мы имеем живем, движемся и существуем. Поэтому мы все молимся, все переживаем о том, что у нас сегодня происходит. И мы надеемся, что по молитвам святых угодников и подобного мужа, которые планы сегодня совершали, Господь прекратит это безумное убийство,
людей, и на нашей земле будет мир и согласие. Себя – это место, которое человек, живет определенный период времени. И задача нашей жизни на земле не в том, чтобы мы ее прошли как-нибудь, а чтобы мы ее прошли правильно. А правильно проходит человек земной жизнь, когда он живет с Богом. Без Бога, даже если он не делает зла, видимо, он не делает зла, если он живет без Бога, то он не приносит пользу миру. Он себе вредит и миру вредит. А если человек грешит, то еще больше приносит вреда. Чтобы правильно прожить земную жизнь, надо прожить Богом, в молитве, в посте, в любви друг к другу, в любви к Богу. Добрые дела – это тот путь, по которому мы должны проходить. Я желаю, чтобы все мы, дорогие братья и сестры, приходили ими благодетельными путями, путями любви, смирения, молитвы и терпения. Пусть Господь молитва преподобного Руфия хранит всех нас и прочтет наши дни мир и благословение. Правда!